Физическая культура, 5 класс. Тема урока – обучение элементам техники передвижения. Цель урока – знать и понимать важность здоровья сбережения, знать и определять собственные умения и умения других для улучшения выполнения двигательных действий. Выполним упражнение. Узкая стойка ног, руки к плечам, круговые вращения. Вперед 4 раза, назад 4 раза. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Левая рука прямая вверху, правая внизу. Рывки руками на раз, два, на левую руку, на три, четыре, меняя положение рук на правую. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение у нас крестные махи руками. Упражнение за мной повторяй. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение у нас. Махи руками вперед 4 раза и назад 4 раза. Упражнение вперед. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение у нас. Левая рука на поясе, правая вытянутая вверх. Прямая, голове прижата. На раз, два выполняем наклон в левую сторону, на три, четыре, меняя положение рук вправо. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение у нас. Широкая стойка ног. Ноги обязательно прямые. Руки за спину. Глубокие три пружиниста наклона на 4 в исходное положение. Смотреть только вперед. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Ноги обязательно стряхнуть. Восстановить дыхание. Следующее упражнение. Выпады. Выпад с левой, либо с правой ноги вперед. Как вам удобнее. Руки на колено, либо руки за спину. В данный момент мы выполним руки на колени. На раз, два глубокий прист на левую ногу. На три, четыре на другую ногу. Меняя положение ног. Упражнение начинай. Раз, два. На другую ногу. Три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Раз, два. Три, четыре. И раз, два. Три, стой. Следующее упражнение у нас. Перекаты. Прист выполняем на левую ногу. Относительно левой ноги, правая у нас стороне прямая, носок на себя. Опора руки сбоку от правой ноги. Левая рука протянута к носку. Выполнить пружинистый наклон на правую ногу. С перекатом переходим на левую ногу. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Перекат перешли на другую ногу. Раз, два, три, четыре. Пытаемся головой достать колено. Эффективнее будет для групп мышц ног. Раз, два, три, четыре. Теперь побыстрее покажем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Встали. Ноги стряхнули. Также перекат. Выполним
в другом упражнении. Руки вперед. Также присед на левую ногу. И с приседаниями. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Встали, ноги обязательно встряхнуть. Следующее упражнение. Круговые вращения в коленном суставе. Вправо 4 раза, влево 4 раза. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Ноги стряхнули. Следующее упражнение. Прыжки на месте. Меняя положение ног по-разному. Как, кому как удобно. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. 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 Стой. Восстанавливаем дыхание. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Разминка окончена. Сегодня разберем коньковый ход. Коньковые ходы бывают разные. Есть одновременный полуконьковый ход, одновременный двухшажный коньковый ход, а также одновременный одношажный коньковый ход. Мы ознакомимся с техникой конькового хода. Подводящие упражнения элементарные для ребенка нужно просто. В первую очередь встать на лыжи и выполнить стойку лыжника. Как она выполняется у нас, стойка лыжника, должна вот такая быть. Колени чуть согнуты, колено должна накрывать большой палец ноги. А спина чуть подана вперед. Центр тяжести у нас от бедра ровно идет. И плечи поданы вперед. Вот она, стойка лыжника. Руки можно убрать за спину. Далее. Для школьника первоначально, когда встали вы на лыжи, ребят, нужно, чтобы поехать коньковым ходом, вам нужно просто-напросто поставить лыжи под углом от 10 до 30 градусов. И, соответственно, начать ходить. Просто идти на лыжах. Просто шагать. Плечи, конечно, подали корпусу вперед и пошагать. Берем с вами технику конькового хода. Для этого на опорную ногу мы обязательно переносим массу тела, чтобы колено было накрывало большой палец ноги. Руки убрали за спину, можно за спину убрать их. Колено у нас будет находиться на уровне груди. Относительно опорной ноги, маховая нога у нас отведена назад для равновесия. Затем мы подводим плавно маховую ногу к опорной ноге и массу тела переносим уже на скользящую ногу. При подъеме полуелочкой верхняя лыжа скользит прямо по направлению движения, а нижняя отводится носком в сторону и ставится на внутреннее ребро.
Палки работают так же, как при попеременном двухшажном ходе и выносятся вперед прямолинейно. Отталкивание ногой при движении в подъем производится прежде всего за счет развернутой стороны лыжи. Этот способ применяется при преодолении склонов средней крутизны наискось. Спуск с горы в стойке отдыха или низкая стойка применяется на прямых, ровных и открытых склонах, когда требуется развить максимальную скорость спуска. В этом положении колени сильно согнуты, туловище наклонено и подано вперед, руки вытянуты также вперед, локти опущены и прижаты. Лыжник в этой стойке принимает достаточно обтекаемое положение и значительно снижает лобовое сопротивление. Торможение упором выполняют одной лыжей для небольшого снижения скорости. Вначале лыжник переносит массу тела на идущую по направлению движения лыжу. Пятку второй лыжи отводит в сторону, ставит лыжу под углом и заканчивает ее на внутреннее ребро, что тормозит продвижение. Степень снижения скорости зависит от угла отведения тормозящей лыжи в сторону, величины закантовки и загрузки ее массой тела. Во избежание поворота носки лыж должны находиться на одном уровне. Торможение прекращается постановкой тормозящей лыжи параллельно прямоидущей. Ребята, теперь попробуйте проехать коньковым ходом 500 метров. Спасибо за внимание. До встречи на лыжне.